Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня хочу сделать обзор в декабре своих растений. Ну, чувствуют они у меня вообще прекрасно, могу сказать. Все благоухает, кто цветет, кто растет. Ну, может, конечно, и не так, как летом, но все же все хорошо. Но это мой аквариум. Веселые, яркие барбусы у меня там в скалярии. И могу сказать вот немножко пару слов о рыбках. Барбусы у меня здесь, карамельки и в скалярии. И я вам скажу, они уживаются очень хорошо. Никаких драк, ничего, все отлично. Никто друг друга не забивает, всем всего хватает. Ну и буду показывать свои растения. У меня здесь получилось аквариум полностью в зеленой такой стенке. Там полочка. Смотрите, какая большая стрелиция. Но здесь и алаказия тоже в кадр попадает. Красотка. Стрелиция очень большая. Но не цвела она у меня, конечно. Ей уже, ну, второй год, наверное. Она у меня очень выросла. Но не цвела. Думаю, все-таки весной я ее поставила прямо у окна. Но сейчас, конечно, катастрофически не хватает солнца. Но к весне, думаю, зацветет. Здесь такой яркий, смотрите, красавец, антуриум. Как будто искусственный. Ну, а здесь, конечно, батареи. Без отопления, конечно, никак. Листики, кончики сохнут у некоторых. Здесь, как всегда, у меня мои бугенвиллии. Цветут. Ну, некоторые цветут, некоторые отдыхают. Все-таки зима же. Кроссандра неугомонная, цветунья. Что зимой, что летом. Одним цветом, могу сказать. Ну, вот это бугенвилли еще покажу. Веточка такая красивая здесь. Моя гордения. Красотка. Ну, недавно она цвела у меня. Сейчас опять завязываются где-то бутоны, где-то листья новые появляются. Их даже видно, они другим цветом, более такие светлая зелень. Спатифилум. Сенсация меня, конечно, радует. Такие листья огромнейшие просто. Такие красивые, смотрите. Вообще обалдеть. Они очень большие. В общем, сенсация, конечно, у меня поперла. Я думаю, к весне, к лету она вообще. Сансевьерия тоже. После пересадки себя чувствует хорошо. Я вижу, что у нее появляется даже рост. Так что все хорошо, мои одеши. Ну, они такие полулысики, конечно. Я листочки, которые такие были плохие, я их убрала, конечно. Сейчас зима, ну ничего страшного. Там вот даже у меня, смотрите, у меня же семян много было. Вон там, сейчас вам покажу. Смотрите, опять лопнула. Я даже не увидела, сейчас только увидела. Так что вот. В общем, все хорошо. Ну, еще отсюда покажу. Гортензию. Здесь у меня стоит тамаринт. Смотрите, какой
листочки такие прям нежные. А вечером он их складывает еще. Мои монстеры. Красоточки мои. Нравится мне это растение очень. Так здорово смотрится. Конечно, места очень много нужно. И у этой монстеры мне нравятся такие листья прям большие. Я уже говорила, если у той монстеры они темно-зеленые, ну это моя старая монстера уже, то у этого экземпляра такая светлая зелень и еще с варигатностью. Пусть варигатность небольшая, но очень эффектно смотрится. Белые пятна вот эти вот. Тем более у меня вот варигаточка хорошая стоит. Маленькая еще, ну вырастет. Смотрите, какая там драценка у меня. Вот у меня там драцена стоит. И вот еще какая пушистая такая красотка. Спатифилум мой. Кустик такой немаленький, очень большой. Но он стоит на проходе, постоянно об него, об листья задевают. И некоторые листья, конечно, ну, где-то чем-то зацепятся. В общем, кончики некоторые такие обдерганные, могу сказать. Здесь мой мандарин. А, там видите, какой у меня мандаринчик. Но нет. Это не мой созрел. Это я специально подвесила туда мандарин из магазина, чтобы, глядя на него, мои тоже поспели. А смотрится классно. Это просто ради шутки еще. Просто все заходят и говорят: «О, у вас мандарины созревают». А здесь-то мандаринчики даже еще покрупнее, чем в магазине будут. Смотрите, какие. Я, кстати, вот смотрю, вот на камеру не видно, а я вижу, как будто, знаете, как бы вот желтизна такая немножко как бы появляется. Может быть, и созреет. Это у меня дуранта здесь такая. Зелень, конечно, хорошая у нее пошла. Смотрите, какая сочная. Обрезать ее не буду, потому что я ее обрезаю и состригаю ей, видимо, вот эти цветочные топочки. В общем, весной пусть цветет. Вот, поставила цикас, я расправила ему ветки, потому что жалко мне на него было смотреть. Он у меня весь связанный был просто. Его ваи красивые. Смотрите, как красиво смотрится. Но места этому другу очень много нужно. Пришлось поставить его на барный стульчик, чтобы повыше был. Иначе не пройти. О, в кадр тоже мандаринчик зеленый попал. Фан-бан, посмотрите, тоже расправила я этого друга, тоже, смотрите. Красавец. Здесь у меня такая орхидея расцвела. Ну, папоротники мои, конечно, вообще, посмотрите. Просто необъятный. Необъятный такой зеленый весь. Хотя вот зимой бывает, что у него листочки как бы портиться начинают. А тут его просто прет. Такой красавец мой. Это мой флебодиум. Тоже смотрите, какой разросся-то как. Был всего один листочек-то. А сейчас такой пушистенький.
Да, листья большие. Бугенвиллия глабра. Цветет. Она у меня много цветочков было, но вот упали. Но я вам еще один кустик покажу глабры. Тот-то у меня вообще прям весь в цвету стоит. Но здесь мои, могу сказать, малыши. Шифлерка, фикус. Кстати, подрос у меня. Драценка очень хорошо растет. Ну, это моя карамель. Ну, покупала я ее как карамель. Марбу. Ну, видимо, ушла в зелень. Ну, ничего страшного. Она и так очень даже красиво смотрится. Ну, это моя мединила красотка. Недавно у меня было видео, я рассказывала. Кому интересно, можете зайти посмотреть на моем канале. Здесь у меня шифлера моя. Большая шифлера. Вот какая она уже. Здесь мои колотеи. Ну, все хорошо. Растем. Сейчас покажу свои цимбидиумы. Смотрите. У меня прям радость. Цимбидиум собрался цвести. Как зацветет, распустится, я обязательно покажу. Причем это не один цветонос. Я там вижу, еще и лезут цветоносы. То есть у меня такая радость. Здесь тоже калатея стоит. Там у меня кофейное дерево. Кстати, зерна созревают. Ну как, они еще зеленые. Но такие прям крупненькие. Сейчас постараюсь показать. Такой кустик пушистый прям. Вот видите. Вот зерна висят. А там посмотрите на дальней веточке. Посмотрите. О, какие. Прям ягоды целые. Так вообще прикольно, конечно. И вот на нижних ветках везде вот по кругу вот такие зерна. А там еще в середине вот есть еще целые. Посмотрите, вот зерна. Но не буду я его сильно бередить. В общем, все хорошо, листочки, могу сказать, идеальные. Я его опрыскиваю редко, честно говоря, и поливаю, я даю просохнуть. И ему нравится такой уход. Мы с ним подружились, там, смотрите, новые листочки лезут. А, все хорошо. Вот здесь прям как-то еще отблескивает, конечно, листва переливается. Она зеленая, прям вообще хорошо. Смотрите, ну это моя алоказия. Хочу немножко повернуть. Такие лопухи, смотрите, выкручивается новый лист. То есть все хорошо у нас. Листья просто огромные. Ну здесь вот повреждения, конечно, есть. Просто когда перевозили, было же холодно, и пришлось ее, конечно, утеплить. Поэтому на листьях имеются такие точки. Это у меня тюльпановые деревья тут. Тоже смотрите, листья какие блестящие, такие хорошие. Кацун привет всем передает. У него тоже хорошо все. Линька прошла успешно, поем, да, поем, все хорошо. Ну там у меня флебодиум тоже разросся, затолкнула его туда на полку, конечно. Посмотрите, у меня мурая обильно цветет, аромат стоит на весь дом, с улицы заходишь, она благоухает на весь дом. Такие цветочки. Смотрите, она вся у меня в цветах. Представляете, вот кто знает, как она
пахнет. И вот представляете, вот этот кустик, он у меня просто весь в цвету. Сейчас я вам покажу вот здесь. И оно всегда зимой вот прям обильно цветет, я заметила. Вот где-то перед Новым годом, после Нового года, она прям вообще... Я и в том году, но она цвела не так обильно. Вот сейчас вообще очень обильно цветет. В общем, у меня тут кацо балдеет от ароматов. Там у меня фикус, али. И здесь у меня плюмерия после обрезки. Вот видите, вот все. Везде я выпустила почки. Там вот листики торчат. Все хорошо. К весне обрастем. Видите, какие виды. Как в джунглях настоящих. Да, кацо, правильно, как в джунглях. Тоже поддакивает мне. Здесь мои хои. Тоже себя чувствуют хорошо. Прям вообще растем. Такие большие все. Это у меня окно в ванной комнате. Так мельком покажу. Все-таки оно у меня зеленое, цветущее. Бугенвилли, конечно, очень украшает. Очень редко показываю свой замиокулькас. Посмотрите, какой он у меня. Большой. Там даже у него новые появляются. Видите? Но здесь, конечно, вот освещение, конечно, вообще в зимний период так вообще темновато. Хоть и свет горит, но не хватает. А мне его просто некуда поставить. Представьте, вот 50 литров кашпо. Просто большой. Но сейчас своего замдиректора покажу. Бали. Вот так вот спим. Сладко. Ладно, не буду будить. Они на пару с замом спят. Видите, директор тоже спит. Симоша. Вот, видите, затарахтел как. Вот, я обещала показать глабру. Бугенвиллия сорт. Глабра. Смотрите. Нежно-розовые прицветники, но их так много. Представляете? В зимнее время, чтобы глабра зацвела дома, это вообще, вот кто знает, она очень так нежелательно, неохотно, вернее, цветет в домашних условиях. А здесь она прям вообще... Моя красотка. Летом на улице стоит. Но они у меня все на улице глабры стоят. Ну, а здесь у меня на комоде такие небольшие все растения. Тамарин небольшой, фикус. А бутилон тоже, смотрите, неугомонный-то. Красавчик мой. И в зимнее время это, конечно, смотрится. Вот весь. Красавчик мой. Ну и бугенвиллия тоже. Здесь, смотрите, ветка зацветает. Здесь красная у меня кассандра цветет. Но она хоть не совсем такой красный цвет имеет. Просто, видимо, все от солнечного света зависит. Если солнца много, то она будет, наверное, краснее. Сейчас она такая, как бы, такой какой-то коралловый цвет. Тут тоже красиво. Бегония. Посмотрите. Это самый простой сорт бегонии, наверное. Но листья все равно красивые. И вообще она, смотрите, какая пушистая. Вот ей просто нравится. Вот тут у меня с бугенвиллиями-то. А, ну здесь у меня еще желтая диплодения вот стоит. Остальные это в ванной. На окне. Ну, вот такая здесь полочка. А бутилончик здесь розовый. И вот еще бугенвиллию хочу показать.
Смотрите, какое обильное цветение у нее. Она просто вся в предцветниках. Листьев нет. Она голая, вся в предцветниках. Вот таких больших. Таких нежно-розовых. Такая красотка. Смотрите, вообще прям обильное цветение. Ну вот эсхинантус еще хочу показать. Он тут спрятался. Красавчик. Свисают у него такие веточки здесь на полке. И все они в цвету. Ну вот такой обзор получился. Конечно, я, может быть, не все растения показала. Потому что если обращать на все растения внимание, уделять каждому растению, то видео будет очень длинным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.